Всем привет, с вами Робот Инки Инка, и сегодня мы поиграем в игру под названием Bubblegum Mayhem. В ней вышло хэллоуинское обновление, добавили зельки, новые кодики, которые я вам покажу, ссылка на игру в описании, телеграм-канал в описании. И я эту игру первый раз снимаю, но я в нее играл, и я тут довольна, даже, наверное, сильно прокачан. Ну, секретки не имею, но у меня вот такие вот... Покажу вам пэтов, вот кракен, вот на 100 тысяч гемов, на 50 тысяч жвачки. Он мне даже первого уровня, но тут добавили зельки, я прокачаю его на максимальный уровень. Посмотрим на статы, добавили новые два яйца, вон они там. Вот эти три яйца были в начале, а вот там два новых яйца. Зельки можно делать по ходу вроде... Так, вот тут не зельки, они где-то были, вон, вот там. Зеленая. Громко так. Вот тут у нас зельки варить можно. Мы можем сразу дать зельку, да? Или что это? Я хочу сделать макс левел. Крафтить. 99 миллиардов, и еще 3 раза в день можно только. А есть... За 150, ё-моё. Тут даже иконки нет. Это на валюту. Тут у нас есть на удачу, она тоже 150. Плюс один уровень, это вообще дешевое. Тут вообще 99 миллиардов. Кстати, вот выгоднее всего вот это не покупать, потому что за вот эти штучки можно намного быстрее прокачать, чем крафтить вот это за 99. Там где-то 10 миллиардов вроде надо, чтобы прокачать на 40-й, как мой кракен, вот. Но мы идем посмотреть на новые яйца. О, мы быстро выбьем, наверное, новых пэтов. Я, наверное, сниму моих пэтов, чтобы посмотреть на новеньких, да. Вот эти яйца вообще вроде не открывал, да. Тут, смотри, вот, смотри, 6 штук откроют, у меня уже все новый пэт. Скоро будет еще и третья часть, охренеть. Так, а тут что у нас? А, ну смотри, они оба стоят 60 тысяч. Это у нас котел, а это у нас гадость. Гадостное какое-то яйцо, нифига себе. Так, ну надо, наверное, пэтов сейчас. Так, спрячем остальных. Что там у вас? Лунный хексайрон кому-то. Так, вот мне выпали какие-то пэт. Легендарочные. Где они, как называются? Вот, лунный хексайрон мне выпал. И мне выпал мифический лунный хексайрон. Прикольно, да? Прям как Bubblegum Simulator, так они и такие прям... И да, это и есть Bubblegum Simulator, можно сказать. Вот такие пэты. Это мифический, а это просто луна. Тут луна нарисована, тут звезда. А, это солнце. Вот. Так, кстати, выбил сразу 1 на 1 000 000 пэта, выбил. Так, это мне не то выпало. Так, давай я буду удалять. Лунар Хексарим, нафиг он мне нужен, да? Лун... Да ё-моё, тупой русский расклад. Вот. Ой, одно яйцо открыл. Сейчас мы выберем второго. Вот, мне выпал какой-то новый пэт. Он удалился, да, это, наверное, Хексарион был какой-нибудь шайни. А мне они не нужны, они слабее. Я сразу второй тир буду выбивать, потом третий. А их легко выбить, там где-то минуту надо, да. Минуту, чтобы выбить хотя бы второго тира, потому что я их выбивал много. Ну, с прошлого яйца. Прошлое яйцо я вам, конечно, не буду показывать, потому что я все быстро делаю. Яйца, вот яйца, вот. А, мы можем, кстати, на другое яйцо пить. Так. А внутри же пэт, смотри-ка. Ну, надо выбить, конечно, надо выбить. Что там за пэт? Какой-то медведь? Непонятно, что там? Давай выбьем его. Давай, 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 давай. Выпади. Ну, ну, ну. Короче, долго выпадает. Покажу вам, когда его выбью. Я выбил этих пэтов. И тот был не медведем, а волком. Вот он. Волшебник-волк. Он будет ходить, а не летать. Это плохо. У меня даже мифическая версия выпала. И я могу даже сделать шайни. Блин, а? Не ту кнопку нажал, простите. У меня там большие пэты прям. Я даже не смотрел их. Мне выпал мифический Джек, пылающий.
Шайни, вот я сейчас скрафтил. Обычная версия, мифическая версия волка, Джека, и где у нас обычная версия волка? Вот она. Значит, вот они все слева направо. Так, надо найти какое-нибудь место. Вот. Тут у нас вот такой волк. Ну, такой себе. Этот побольше, у него две зельки, он другого цвета. Это мы смотрели. Вот этот красивый прям такой. Ну, а и обычная версия тоже красивенькая, но... Все, это все, что было. Ну, вот это шайни версия, просто другой цвет такой. Противоположный цвет. Давай я покажу Крайкина, потому что я сам не видел его вид. Охренеть, он большой. Ну, в принципе, да, это же Бабуган, там все большие были. И вот это какой-то no-name pet. Не знаю. Продавался он жесткий, сильный, я его взял. Меха глаз. Красиво. Прям механически. Так. Вот я хотел демон глаз посмотреть, потому что у него там какие-то штучки вот. Что это? А, это рога. Ну, тогда неинтересно. Снимем его. Полтергейст тоже есть радужный. Давай сразу посмотрим. Хрома. Он настолько яркий, что даже не видно. Тут только видно, как он переливается. Слишком яркий. Ладно. И вроде все. Могу еще одеть вот этого мутант Фова. Нифига. Тоже большой так-то. Какой-то клюв тукана. Перышки. Ножки. Зайчье ухо. Страшило какое-то сзади. И еще крыло. Да, вот это стрёмно. Мутант. В принципе, оправдывает свое название. Ну и все, да. Баблгам симулятор вернулся. Если вы ностальгируете, вот мне даже вот ивент напомню о всяких Баблгам симуляторских ивентах. Там Хэллоуин был, мне тоже очень нравилось. Так что, да, восстанавливает ностальгию, точнее, можно поностальгировать. А я буду опять яйца открывать. Яйца.